Суббота. Едем кататься. Сегодня у нас хороший день. Сейчас посмотрим, что там за место нам организаторы приготовили. По фотографиям очень красиво. Весна наступила наконец. Затяжное похолодание, все было, никак не потеплело, но уже потеплело. Сегодня погода отличная, конечно. Дождя не хватает, но ничего, я думаю, и так будет весело. Привет! Привет! Вот наконец наш УАЗ в кадре. Давно мы его не видели, что там. В баке у него деревья растут. Раздатка прокапиталина, болты новые по стрике шикарные. Да, затянутые, большие, не маленькие. Что у нас тут еще? А, да, в баке новый уровень, новый датчик уровня топлива, эко, да. Так, у нас еще было... Стекла почти вымыты, почти до конца. Так, сейчас качаемся и едем. Сегодня у нас тест-драйв сразу трех девайсов наших. Блин, бак классный. А с чего это бак? Легенький. Газелевский. Наверное. Тут и колеса, и 69-е. Тут ассортимент широчайший. Вот так резину делают. Правильную. Для настоящих внедорожников. Так, сегодня у нас тест-драйв. Хотим мы наш лафет переделанный протестировать. Ну, у вас, естественно, гранд-чероки. Все будет в кадре. Так, у нас здесь, значит, что у нас за это время после последних изменений. Значит, вот такой у нас поставили нам волговский. Только я не пойму. Его поставили в ту ли сторону. Вот и в этом я не уверен. Юра? Да. Ладно, сейчас протестируем. А ну, слышишь, открой. Открой капот, сейчас надо замкнуть, да. Да, вот датчик. Новокрученный. Вот эти замкни между собой. Там хоть в ту сторону дует, что-то мне. Что-то масса выключена. А, масса выключена. Давай. Да. Маслает нормально, а ну. Далековато от самого радиатора, ну хотя может так. Работает. Не, не взлетим. Уже отпало, видно. Так, полчаса бегаем. Ну, почти подготовились. Подожди, какой-то ключик. А это не ключик. Стреляю. Ну, она отпала уже. Так, приготовились почти. Сейчас заезжаем. Колеса накачали. Сейчас протестируем. Вот кто не видел доработку нашего супер-мегалафета, да. Ну вот так доработали, в принципе. Должно быть, надо давление еще сейчас в шинах в нем проверить. Накачано пока. Да не могу. Да. Это зимой качалось. Может, да. Бара под 3,5 есть. Так, ну еще хотел показать одно изменение. Одно изменение, за которое нас много раз критиковали. Мы изначально так и планировали сделать. Какой-то из Тойот есть тяга вот такая, которая не образник, а которая выполняет роль против подворачивания моста. Вот мы, не знаю, конечно, что-то тут ту часть убрали, не знаю почему. Там было как-то помощнее.
тут что-то такое. А нет, там проварено хорошо. Как-то выглядит оно непрезентабельно по сравнению с тем, что было. А может, там высота? Или желтые трубы, оно в черном. Да нет, смотрится. Дело не в трубах. Ну ладно, такое. То есть место у нас А-образника, просто тяга, которая не дает мосту подворачиваться. Дополнительная. На какой-то истает. Это было с завода так. Есть конструктивно придумано. То ли на старом Фуранере, то ли на Хайлюксе старом. На какой-то машине есть, как мне сказали. Точно не берусь утверждать. Ну, панар целый пока. Ну что, сейчас будем пробовать ехать. Да, вот так у вас заводится, что это сейчас тебе все? Заезжаем. Да, нормально. Давай. Так, вот этот мегауаз. Ну все, мы привязались, загрузились, в принципе, уже достаточно быстро и легко. Вот недостаток устранили мы здесь, в лафете чуть расширили, то очень плотно было и рвало, ломели. Сейчас будем тестировать, как оно работает. Должно быть намного лучше все-таки в одну линию, потому что было... Да, можно было прицеп, кстати, короче, сделать подкат вот так аж где-то получается. Это лишнее гуляет. Можно отрезать, правда. Процесс трудоемкий, наверное, не имеет смысла. Должно быть лучше, потому что не управлялось, так как две оси было. Двухосный был он, то есть получается дышло недостаточно длинное. Происходило при повороте, грант ехал прямо, особенно если скользкая дорога, просто даже мокрая, не надо особо скользкая, ехал прямо. Сейчас за счет того, что колеса в одну линию, не должно этого быть. Сейчас все протестируем. Вот наш гидроцилиндр, кто не видел, от трактора. Хотел еще по шинам показать. Может, кто-то будет резать. Такой нюанс вот. Видно, видите, на палец отломили. На палец высотой середину оставили. Оставили с целью, что мы будем ездить по асфальту своим ходом где-то по месту. Ну и вообще из-за этого пришлось оставить. А на задней ее первой резали. Обдирали, я имею в виду. Здесь нету этого. Здесь вровень, то есть вот так даже если буксировать, сейчас надо будет, ну не сейчас, а вообще, если далеко куда-то, то надо будет поменять передние с задними местами. Оно получается, хорошо качаешь, оно идет как на велосипеде по ширине. Сейчас велосипеды есть толще, то есть на вот этой середине вот так видно. Ну, сопротивление минимальное и шина не убивается.
Мы уже в предвкушении старта, все готово. Тут нам перекрыли чуть-чуть дорогу. Сейчас разгрузятся люди и поедем. Так наша вся конструкция сверху выглядит. Сейчас ждем. Блин, отполировали салон, пока нас задержали. Чуть-чуть грязи убрали, она все равно вся не убирается. Она же веками. Так, все. Три нейтралки включили. Ты ту сторону смотри. Давай, потихоньку, давай. Нормально едет. Вообще легко. Сейчас уже по большой дороге проедем. Не, лучше здесь. Так, ну едем. Из недостатков все-таки в повороте. Теперь другая у нас проблема. Была машина с обычным рулевым, сейчас гидроцилиндр. То есть при повороте рулевое поворачивается, но очень слабо и очень тяжело. Из-за этого опять тот же эффект плохой поворачиваемости остался. То есть продолжает прицеп с УАЗом толкать машину прямо, а мы поворачиваем, то есть заднюю ось в гранде все равно сносит. Ну, не знаю, может удлиним дышло еще, я думаю, должно помочь. Будет больше плечо, то есть ему будет легче выворачивать его. Ну, так намного стало веселее, конечно. Как-то лучше на дороге стоит он. Не знаю. Ну, думаю, что из-за переделок все-таки больше. Ну, 4,7 тянет классно, конечно, после ремонта. Намного легче ему. Блин, ехали неплохо, и тут какие-то звуки остановились. Вот такая ситуация у нас, классическая уже наша. Колесо, как обычно, нам не закрутили. С прошлого раза вон одно без одной этой тоже. Юра пошел искать, пошел болты собирать. Такая ситуация невеселая. Ну ничего, сейчас закрутим, поедем. Ну нашел все, блин, немножко проставочка. Блин, у нас, как обычно, молотка, наверное, нету. Блин, что-то как какое-то начало тяжелое сегодня. Сейчас хайджек нам, кстати, нужен. Домкрата нету. В гранде поломался домкрат. Да, то есть он не зря? Он не зря здесь висит. Сейчас будем подымать. Да, давай. Надо, чтобы идеально ровная получилась. Сможешь ты сделать? Да вообще, все, бомба. Сейчас дорихтуем там колесо, может. Колесо? Зачем? Не надо. Это на него просто наехали. Так, на хайджек подняли сразу с Гранд Чероки вместе. Лафет у нас тоже джиперский, в принципе. Есть куда подставить хайджек. Валят фуры. Знаешь, какая херня? Там тоже не хватает болта. Там с прошлого раза одного мы теряли уже один раз. Пробуй подсунуть между диском и ступицей проставкой. Давай. Залазь изнутри. Да, звук был жесткий. Я думал, что-то посерьезнее случилось. Но вроде как ничего не должно было. Ну. Все равно получилось что-то.
наколенники? Да. Да не, надо колеса закручивать. Наколенники не нужны тогда будут. Ну что, ты попал хоть один, нет? Два попал. Два попал? Да. Так, сейчас я пока остальные обтяну, проверю. Блин, переварили, хорошо вроде все сделали, но не удалось колеса закрутить. Надо подарить им пару ключей баллонных нормальных. Нет, пока ты ни одного не попал на то, что я... Крутим слепую. Процесс пошел. Так, затянули на три болта. Последний тот, что отрывает обычно, вот он. В прошлый раз тоже такое же было. Его тянет край, и все. Затянул вроде хорошо. Заняло у нас это немного времени. Сейчас дальше продолжим наш путь испытаний. Все, опять едем. Такое. Ох ты ж, блин. Вот это жесть. Nissan Micra это был когда-то. Так, ну вот мы заехали на заправочку. Видите, что на повороте получается. Я думал, этого не будет, но оно все равно. Крайнее колесо. Камерное, да? Шина бескамерная. Камерная? Да. А что там? Ну да. Почти разбулся. Почти разбулся, но держит. Там давление же просто трёх где-то. Да, надо качать хорошо. Но это, видишь, ось не подворачивается. Если бы ось подвернулась, как было, это рулевое не дает. Это из-за рулевого. Сам УАЗ держит. Сам УАЗ держит, да. Сейчас заправимся. Блин, что-то мы долго сегодня едем к месту, никак не доедем. Так, приключения продолжаются. Видите, как колесо стало? Получается, на него больше всего нагрузка. Оно на трех болтах у нас было. Надо было сразу болт выкрутить. И там он оторвало, аж отошло. Давай где-то переедем, наверное, и прикрутим болт с целого колеса. Опять колесо, опять безобразие, да? Блин. Ладно, давай. Да. Надо затянуть нормально на четыре болта. Видишь, на него больше всего нагрузка приходится. Почему? Да не на него вообще, на диск, на колесо. Ну я же говорю на эту часть. Цепом УАЗа сейчас. Сейчас будет становиться на место. Ну, уже пошло, рихтуется колесо. Диск погнулся, аж такая нагрузка была. Рихтуется уже, да? Пошла рихтовка диска прямо болтами. Колесо. Классное колесо. Что-то с колесами у нас какой-то этот, блин. Какие-то проблемы. Или сейчас выровняется? Сейчас выровняется. Да, он диск, я не знаю, видно или нет. Сейчас попробую показать. Да, вон он погнут. Так, друзья, покатуха наша завершилась. Назад мы доехали значительно быстрее, чем сюда, несмотря на кривое колесо наше погнутое, поломанное. Значит, проблема с поворотами, с неуправляемостью лафета мы решили. Значит, проблема была в том, что, ну, мы поняли это, но это сейчас мы в этом убедились, что гидроцилиндр не дает повернуть, то есть усилие превосходит усилие поворота, то есть как обычно это, и не дает повернуть. Вот как сейчас машина повернута, сейчас я покажу. Вот она сейчас, видите, повернута без проблем, то есть... Видно, вроде видно. То есть мы сейчас под 90 градусов можем поворачивать без малейших проблем. Что мы сделали? Открутили, сейчас я покажу. Просто два болта от рулевых тяг. Это очень просто. Заняло, блин, несколько минут. Вот с одной и со второй стороны. Все.
И проблема. Ставим их на место. Проблема решена. Вот здесь еще небольшой проблема. Ну, надо колеса у нас были сильно спущены, но все равно не терло. То есть тут близковато немножко. Ну и там близко. И там близко. Но это из-за спущенных мы не качали передние колеса. То есть мы на полностью спущенных заехали. Самело. Вот они, видите, как продавлены. Ну, это не мешало нам доехать. Мы доехали за полчаса, наверное, минут за 40. То, что мы ехали полдня с утра. Инвалидское колесо даже без проблем доехало. Инвалидское, да. Погнутое, поломанное. Мы его хорошо закрутили. Был большой вороток. Удобно без УАЗа затягивали. Ну, покатались хорошо. Вы все видели, как мы покатались. Тут травка осталась чуть-чуть. Сейчас удобрим. Пока не можем попасть на место. Ну, то есть все хорошо получилось. Сейчас, может, сзади еще будет видно. Вот сейчас, да, как повернута машина. То есть лафет управляется. Машина, задняя ось поворачивается. А так у нас было как одно целое монолитное. Лафет с УАЗом. Соответственно, все на излом работало. Все, если понравилось, подписывайтесь, как все говорят, ставьте лайки. До новых встреч. Вот видно, покуда мы заезжали, ватерлиния. Нету ляпа. Ну травка ж вот где аж. То есть доезжали, короче, колесо было под водой полностью. Вон я воды нет. А мы, кстати, зря стояли, надо было прикручивать, пока эти. Не, ты сейчас попробуй еще выверить. Сейчас. Ну что, вот наше титановское колесо. Многостраждальное, да? Вот так должно выглядеть в оригинале. Так, вот это уже половина нарушена. Я выровнял, вот чуть-чуть, да? Видно, да. Вот это вообще внутри все. Вот если видно, вот это снаружи выступает, то это выступает только в ту сторону, в другую. Называется, да, проверяйте затянутость колес перед выездом. Особенно, когда есть большая нагрузка. В прицепах. Это подрихтовали. Сбоку вот так сними еще вот так вот под углом, чтобы было видно. Под углом. А посвети, там свет не попадает. Ну да. Аж вогнулось. В принципе, все понятно, я думаю. Так что вот так, проверяйте затяжку колес. И все будет хорошо. Ну что, поднимай на одной руке. Давай. Одной рукой камера. Став. И все. Так, приключения с лафетом не закончились. Да, мы уже колесо сняли, оно упало. Сейчас и это откручиваем. Короче, шиномонтаж. Доехали. А где там где-то бревеняка в нем торчала? Посвети, где-то есть. Не видно, потеряли мы ее. А не. Короче, торчала палка острая сбоку. Сбоку колеса. Да, может протолкать его куда-то еще. А, подожди, давай, да, на место его поставим, а потом. Держи, снимай. Потом снимем. Вот такие у нас приключения с утра до ночи. Мне там нажать надо.